Здравствуйте, вы смотрите Дукаскопи ТВ. Сегодня мы поговорим о тенденциях в маркетинге и коммуникациях с Правином Гаджала, главой отдела маркетинга и коммуникаций в компании Swiss Global Consulting. Правин, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо, что пригласили меня, Дэниел. Какие маркетинговые и потребительские тренды повлияют на нас в этом году? Это на самом деле очень интересный вопрос. Во-первых, я хотел бы отметить цифровой гуманизм. Это концепция, которая появилась в 2015 году. Это пересечение компьютерных технологий и человеческих принципов. Эта концепция используется тогда, когда вы хотите централизировать и автоматизировать вашу маркетинговую систему, автоматизировать вашу систему управления отношениями с клиентами, продажи и аналитику. Это та тенденция, на которую действительно стоит обратить внимание. В 2015 году она будет очень активно развиваться. Каким образом это будет реализовано на практике? Вы можете привести конкретные примеры? Конечно, вы всегда должны знать, на какой рынок ориентируется ваша компания и какие продукты она будет предоставлять конечным потребителям или клиентам. В зависимости от этого вы выбираете приоритет внедрения определенных технологий и тенденций. Как со временем изменился сбор данных для построения маркетинговых стратегий? Это на самом деле очень важный вопрос с точки зрения маркетинга. Традиционный способ сбора маркетинговых данных предполагает общение с потребителями, различные опросы, анкетирование, акции и различные лотереи, где людям предлагают заполнить форму, указать свои данные, и таким образом они получат шанс выиграть какой-то приз, автомобиль и так далее. Я бы сказал, что такие методы уже устарели. Сейчас же в основном вы платите деньги, и люди немедленно предоставляют вам необходимую информацию. Это может происходить как осознанно, так и бессознательно. Например, вы можете отправить клиенту имейл с 10 простыми вопросами, например, о зубной пасте, после ответов на которые клиент получит какое-то небольшое вознаграждение. Но с помощью этих 10 простых вопросов вы точно поймете, что именно нужно потребителям. Возможно, им не нравится вкус, или эта паста должна убивать больше бактерий и так далее. Это для примера о зубной пасте. И используя эту информацию, вы будете знать, какие продукты предлагать, как их предлагать и что сделать для увеличения количества продаж. Таким образом, вы платите 100 франков за проведение исследования, но вы при этом знаете, что сможете заработать после этого 5000. Вы бы потратили 100 франков? Как правило, бюджет проведения исследования окупается на 30-70% в течение нескольких лет после проведения этого исследования. Подобные потребительские исследования дают вам точную информацию о том, чего хочет потребитель. И как только потребитель получает то, что он хочет, уровень его удовлетворенности растет. А это очень важный фактор. То есть потребитель может выразить свое мнение по поводу того, на какие товары он бы скорее потратил деньги, и таким образом он может повлиять на инвестиции в компании? Да, вы абсолютно правы. Социальные медиа – это, несомненно, одна из макротенденций нашего времени. Какое влияние окажут социальные сети на сферу маркетинга? Социальные медиа играют важнейшую роль для сферы цифрового маркетинга. А в социальных сетях вы рекламируете сами себя. В течение последних нескольких десятилетий мы привыкли видеть скорее традиционную рекламу, такую как реклама Кока-Колы, которая призвала всех пить этот напиток. И многим людям действительно нравились образы, которые были использованы в этой рекламе. На данный момент все происходит немного иначе. Вы сами себя продвигаете, и это делает вашу рекламную кампанию более персонализированной. Таким образом, компания сближается со своими клиентами. То есть клиент может напрямую пообщаться в социальных сетях с представителем компании Nestlé. Например, представитель компании пишет вам: «Дэниел, обратите внимание на наш новый продукт, возможно, он вам понравится. Удачного вам дня».
И, скорее всего, вы обратите внимание на этот продукт и заинтересуетесь. Тем более, всегда приятно, когда кто-то желает вам удачного дня. Таким образом, компания и сделала приятное клиенту, и заодно привлекла его к своей продукции. Так, чтобы клиент сам захотел его купить. Это не должны быть взаимоотношения компании с клиентом, а скорее отношения на равных, как отношения на уровне бизнеса. Именно так я это вижу. То есть клиенты могут напрямую пообщаться с представителями компании в социальных сетях, а также при этом пообщаться с другими потребителями и передать необходимую информацию. Какие инструменты и технологии используют для маркетинга компании в 2015 году? Это очень интересный вопрос. Например, вы производите какой-то продукт. Скажем, зубную пасту, о которой мы уже говорили. Вы знаете, что такое продукт, люди покупают в зависимости от своих личных предпочтений. Например, кому-то нравится вкус и запах ментола, а кто-то предпочитает травяной вкус. И очень сложно понять, что же выберет большинство потребителей. При использовании цифровых технологий, в частности интернета, вы таким образом сами рекламируете себя онлайн. И если кто-то кликает на вашу рекламу, вы получаете базовую аналитическую платформу для проведения маркетинговых исследований. Вы можете оценить, сколько людей кликнуло на этот пункт, а сколько на другой. Таким образом, вы получаете точные цифры. Вы, наверное, знаете, как сегодня работают эти технологии. Потребители видят перед собой только браузер и несколько ссылок, на которые они кликают. Но за этим определенно скрывается что-то большее. С помощью подобных опросов в соцсетях вы можете собрать нужные вам данные. Также для сбора данных очень помогают приложения. Если у вас его еще нет, создайте какое-то интересное приложение для потребителей. Например, клиент может кликнуть на определенный пункт и купить ваш продукт с помощью одного клика через это приложение. Предложите какое-то вознаграждение потребителям за использование приложения, например, 50% дохода от рефералов. Таким образом, клиент, скорее всего, разошлет приглашение для установки этого приложения еще 10 людям и порекомендует его установить, так как они также получат 50% от доходов их рефералов. То есть вы предлагаете потребителям получать прибыль напрямую от покупки ваших продуктов и от привлечения клиентов. Это очень интересная и выгодная стратегия, если вы действительно сможете ее запустить. И последний вопрос я бы хотел задать о маркетинге и продажах. Что же приоритетнее? Традиционно все люди рассматривают маркетинг и продажи как два отдельных момента. Но на самом деле они имеют под собой одно и то же основание. Только один из них первичен, а другой вторичен. Все очень просто. Маркетинг – это та информация о продукте, которую вы предоставляете клиентам. Вы показываете, что ваш продукт – это именно то, что они хотят купить. Вы также хотите показать, что ваш продукт отличается от остальных, потому акцентируйте внимание на его отличиях от других. И как раз это и заставляет людей покупать товар. То есть маркетинг – это причина, а продажи – это следствие. Как раз маркетинговая стратегия и гарантирует вам продажи. Она гарантирует, что люди захотят купить именно ваш товар. В этом очень помогает комбинирование маркетинговой стратегии и стратегии продаж. К сожалению, не все компании это понимают, и зачастую не могут смешать все это в своей воронке продаж. Если вы в одном стакане смешаете, скажем, воду и масло, то увидите, сколько объема занимает каждая из жидкостей. То же самое касается и маркетинга и продаж. Нужно все комбинировать в подходящих вам пропорциях. Правин, спасибо, что поделились с нами вашим мнением по этому поводу. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дугаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество эксклюзивных интервью. Всего доброго.